приготовлю салат. Делать буду из айсберга. Это у меня будет основная составляющая. Нарезаю его такими небольшими кусочками. Сюда же отправляю смесь зеленого салата, нарезаю пару томатов и буду еще добавлять авокадо. У меня два средних по размеру помидора и нарезаю их также небольшими кубиками. Авокадо нарезаю также небольшими кубиками. Сверху поливаю авокадо яблочным уксусом. Немного красного острого перца. Еще добавлю сумак. Мне нравится его привкус в овощных салатах. Черный молотый перец и немножко кедровых орешков. Теперь салат присолю и заправлю растительным маслом. Все хорошо перемешиваю, и получился очень вкусный и очень легкий опять-таки в приготовлении салат. Я просто обожаю такие блюда, где надо минимум подготовки, и результат зато всегда радует. Можно использовать и в качестве самостоятельного блюда, ну а можно использовать в качестве гарнира к основному мясному блюду, либо же рыбе. Это будет тоже очень-очень вкусно. Ну а теперь большое всем спасибо за просмотр и увидимся с вами совсем скоро!